Беларусь, ну, чуть ли не единственная страна в мире, которая гарантирует населению полный возврат вкладов, независимо от величины и валюты, в случае экономической несостоятельности банка. Но жизнь не стоит на месте, развиваются технологии, новые вызовы, новая система взаиморасчетов строится, в том числе в международной торговле. Словом, определенные изменения назрели. Я боюсь забегать вперед, но мне кажется, что появится в мире в ближайшее время новые мощные валютные союзы с новой валютой резервной.